В Самаре с 27 по 29 мая из-за ремонта тепловых сетей Самарской ТЭЦ не будет горячей воды в домах по адресам проспект Карла Маркса, Гастелло, Новосадовая, 5-я просека, 6-я просека, Солнечная, Ташкентская, Старозагора, Алматинская, Черемшанская, Нововокзальная. Энергетики призывают жителей не находиться рядом с трубопроводами и тепловыми камерами. В Самаре задержали 19-летнего тольяттинца, которого подозревают в убийстве 17-летней девушки. По версии следствия, в ночь на 25 мая подозреваемый нанес свои знакомой не менее 60 ножевых ранений. Пострадавшая скончалась на месте. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В областной столице потушили пожар в частном доме на площади 110 квадратных метров. Возгорание произошло по адресу Воронежская, 35. Загорелись кровля жилого здания и неэксплуатируемое строение. Пострадавших нет. В этнопарке Дружбы народов Самары отметили День осетинского языка и литературы. В программе «Национальные танцы», песни и стихи на родном языке. Осетинский язык является хранителем богатейшей культуры древних индоиранских народов. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в составе официальной делегации России принимает участие в государственном визите президента Владимира Путина в Узбекистан. Сегодня проходят встречи с членами правительства республики, главами регионов и лидерами бизнес-сообщества. Депутаты Госдумы подготовили законопроект о досрочной пенсии для педагогов среднего профобразования. Сейчас учитывается 25 лет педагогического стажа, но преподаватель должен работать в учреждении с детьми до 18 лет. Новый закон дает возможность выйти на пенсию раньше тем педагогам, которые работали в учреждениях, где доля несовершеннолетних учащихся не менее 50%. Международный день рассеянного склероза отмечается 27 мая. В России с этим диагнозом проживает более 150 тысяч человек. В Самарской области на 2023 год было около 2500 зарегистрированных больных. Среди симптомов – снижение зрения, нарушение координации, чувствительные нарушения и слабость в конечностях. В случае появления какого-либо симптома, который сохраняется более суток, нужно обращаться к неврологу.